Вот как я вам и говорил, не успел я сделать обзор на первый мем, уже появился второй. Для тех, кто не смотрел предыдущий обзор, объясню в двух словах. По сюжету новой части из-за бреши в коллайдере происходит спутывание вселенных. Для того, чтобы устранить последствия этой аварии и контролировать порядок во вселенных, создается общество Человеков-пауков, во главе которых становится Мигель О'Хара. Лидер организации является одним из самых противоречивых персонажей и ревностным охранителем того самого канона, ключевого события, которое должно произойти для баланса вселенной. Для людей-пауков таким каноном является укус радиоактивного паука и потеря близкого человека. Майлз Моралес был укушен пауком из параллельной вселенной и, кроме того, яростно пытается сохранить жизнь своему отцу. Поэтому О'Хара так не любит эту версию супергероя, считая его подделкой. Сам же мем, как и предыдущий, пришел к нам из западной аудитории. И запустил довольно интересный челлендж, рассказывающий о ключевых событиях жизни пользователей TikTok, которые повернули их судьбу. Конечно, не все всерьез стали воспринимать этот вызов и превратили его в шутейки. С вами был Мемпросвет, до встречи!